9 апреля в актовом зале Полоцкого государственного университета состоялся праздничный концерт, посвященный дню рождения старейшего факультета ПГУ – инженерно-строительного. Декан ИСФЭ Александр Александрович Бокатович в поздравительной речи отметил, что факультет гордится талантливыми студентами, которые жаждут воплотить свои творческие идеи в жизнь. Здоровья, счастья, ну и даже с учетом тех погодных, климатических каких-то невзгод, хорошего весеннего настроения. Всех с праздником. Спасибо. Студенты, преуспевающие в учебе и активно участвующие в общественной жизни факультета, были отмечены дипломами и подарками. Из праздничной программы наиболее запомнились динамичные танцы от творческих коллективов «Хард-групп» и «Жемчужина». Настоящим украшением вечера стала энергичная хореографическая композиция от Анастасии Голубковой и Станислава Хауса. Волшебный саксофон Ярослава Волкова приобрел новое звучание в сочетании с чарующим вокалом студента факультета информационных технологий Левона Гзиряна. Финальная песня собрала на сцене всех участников концерта. Новое, новое пора.